Всем привет, с вами Андрей Мар. Я тут на аккаунте князя, но он меня заебал уже, если честно, постоянно забирать мое первое место на мегакрабе. Ну, постоянно забирает, то есть мне приходится довольствоваться этим дурацким вторым местом, но мне это не нравится. Поэтому я у него выцыганил его аккаунт, типа, давай я поснимаю на твоем аккаунте, давай сделаю тебе красоту, славу, там, телочки, деньги, ну, короче, все это будет. Но на самом деле у меня возник коварный план. Я уничтожу все его трофейки, чтобы у него ни одной не осталось, чтобы этот князь аккаунта вообще никто не знал, чтобы заходили, когда его атаковать, никто не видел эти трофейки, и я их все уничтожу сейчас на ваших глазах, вот просто все сотру, чтобы его не было вообще, чтобы вот просто этого князя вообще не было, и чтобы его никто не знал, чтобы остался только Андрей Вар, у которого все трофейки, а князя никакого не было. Вот чтобы вот на будущее он знал, что не надо обгонять Андрея Вара на крабе, чтобы надо вот, ну, второе место, там, третье, четвертое, но никак не первое, чтобы он, вот, наука ему, чтобы была, вот, прям со всеми так надо поступать и наказывать. Вот, просмотрите, ни одной трофейки, все уничтожил, все стер. А, тут, смотрите, у него, короче, еще на базе елка есть. И давайте и елку к чертям собачьим удалим, чтобы вообще ничего не было. Вот, вот теперь голая база неизвестного князя, который никогда не брал первое место на мегакрабе. Вот пусть теперь и довольствуется, пусть теперь и знает, вот чтоб уроком ему было. Все, у меня все, всем пока.